Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас я вам хочу показать, как же сделать проверку на официальность и легальность круизного клуба, регистрация его на сайте Clia. Значит, вот есть такой сайт, через который мы можем выйти именно на этот сайт Clia с помощью американского провайдера, так как через Украину, Россию это сделать невозможно. Значит, здесь вот выбираем юзер номер один через этого провайдера, и в этом поисковике пишем круизные организации, cruisn.org, и нажимаем Go. Go – это идет поисковик, и он сейчас нас должен перебросить на сайт именно Clia. Вот смотрим, вот нас перебросили. Вот на сайт Clia. Вы можете здесь посмотреть, что за информация на этом сайте. Да, сейчас оно прогрузится. А вот всю информацию на этом сайте по круизам и все остальное, что предоставляет, как говорится, этот клуб, эта организация. Значит, как мы проверяем регистрацию нашего клуба? Вот, верификация мембера. То есть проверить членство. Сейчас открывается другая страничка, где вот вы видите, где есть вот окошечко, куда нам нужно вписать наш регистрационный номер клуба. Как найти этот регистрационный номер? Это мы вот заходим на наш сайт, и в самом низу, даже не заходя в кабинет, у нас есть Savile of Travel, то есть регистрация, где наш клуб зарегистрирован, его регистрационный номер. Помимо этого мы можем посмотреть, в каких штатах зарегистрирован клуб. И вот этот номер спокойно мы копируем и вставляем вот в этот окошко. Значит, видите, я неправильно сделала, потому что вот эту решеточку нужно убрать. Там она уже стоит. И нажимаем Verify Member. И сейчас смотрим, что нам выдало. Вот, пожалуйста, Incruises LLS является непосредственно членом этой ассоциации круизных лайнеров. Вот так вы можете тоже проверить. Или можете, как говорит, довериться. Но лучше проверить и перепроверить, чем, может быть, когда-то в чем-то сомневаться. Всего доброго. Желаю всем удачи и приглашаю в наш клуб.